Приветствую вас, друзья, с вами Ангрей, пусть ваша душа станет теплей. С игрой Romance of the Three Kingdoms. 11-й частью этой серии. Мы сейчас играем с вами версию на PS2 и будем проходить один из челленджей. Решил я хотя бы раз в неделю надо проходить челлендж на PS2 версии, раз уж начал. Мы уже два прошли, правда, вот один из наших челленджей почему-то не записан. Не записался. Построю богатую страну с сильной армией, и война создаст сильную армию, если у меня достойные противники. Мне кажется хорошим. Так-так, привет. Я слышу, что остатки желтых тюрбанов разбиты Гонсунзаном, осели в Пуяне. Что? Если уничтожим их сейчас, наша армия станет сильнее. И наша популярность возрастет. Время атаковать. Паукин хочет держать слово с тобой. Оставь мне, я развалю в руины Пуянь. Этот дух, даруй его всем. Пуянь будет нашим за год. Да, 3000. Скажите, Пуянь один год, если Чен Лю падет, ты повалишь свое задание. Да, это считается самым легким. Лишь любопытно, каким образом Паукин должен контролировать Пуянь. Ага, пост лепи. Желтыми тюрбанами сейчас Липи управляет. Его их 9. Ну, примерно что-то я понял. Так, у нас 600. Ну, на самом деле, можем построить башню лучников. Честно, не очень понимаю, зачем нам тут Баокин этот нужен. Че он пик? Он пика. Так, он у нас... Пики точёные любит, значится, да? Что у нас тут вообще? Давайте, наверное, конницу развивать или нет? А если мы марш выберем? Чего у нас вообще больше? Копейщиков у нас трое. Копейщиков у нас двое. Лучников двое. Калистов трое. Короче, копии и пики у нас по 3 офицера высшего, ну, ранга. То есть, ну, в теории кони быстрее просто доходить будут. Поэтому мы создаем коней. Нанимаем людей. Делаем инспекцию. Делаем сверло. Любопытно, мы кого-то можем нанять, но, наверное, нет. Просто поиск можем сделать. А, враги, в общем-то, сами к нам пойдут. Окей. Значит, будем просто пока что готовиться к их приходу. Подзакупаться будем, подзатариваться всем, чем можно. Подсверлимся. Паукин пускай там чуть подстроится. Так, наверное, коней закупаем. После этого, да, уже будем тратить на этих. На чисто людей. Хотя, наверное, не стоит. Не стоит. Кстати, забыл отметить в обсуждении прошлой серии сериала. Положение. Нормально ты там устроился. 1000 этих. Так, ну думаю, Баокин может спокойно домой рулить. Нам нужно будет на следующий ход копейщиков выпускать. Кстати, Чэньгуй на нашей стороне, что забавно. По какой-то причине. А, они пока будут вот это уничтожать. Ну, норм, норм. Допустим. Так, Баокин возвращается. Родные пенаты.
следующих хода мы, скорее всего. Да, он уничтожил. А, кстати, почекаем, что еще у нас тут идет. 10 тысяч кого? Кого-кого? Копья. Значит, пики нужны. Пики. Значит, нужны кони. А этот не понял, кто. А, луки. В принципе, тупо всего вывел, чего мог. Так. Начнем с копий. Тут у нас Южин выйдет. Кого-нибудь к нему с интеллектом бы таким. С другой стороны. Конь Балкин. Пускай Балкин как раз. Не думаю, что этот парень какой-то прям совсем-совсем. Просто Цао-Цао можно выводить, чтобы станить врагов. Мне кажется, он будет в этом плане повыгоднее, чем просто его ввести в отряде. Он надамажил. Понятное дело, что у него копья С, я вообще не спорю. Он, само собой, супер-супер-пупер крутой. Но... Так, пики у нас тоже. Као-Као. Тут Каорин в одиночку уже у нас выйдет. 5000. Единственное, что отряда у нас, конечно, поменьше, что немножко не радует. Так. Что у нас по кавалерам? Да Хоудун тогда. Действительно, и нет. Твою мать. Я вообще со всеми обосрался. Я понял. Офигенно его войска, надо сказать. Как? Я что-то не понял, почему я... Нормально вывел. Чопы не отвывел? Козырному. Ну ладно, заходите домой. Почему бы и нет? Вышли, подышали свежим воздухом. Кислород в ноздри пошел. Так. Эквипмент. Копья. Так. Так, Кэл Хонь тогда у нас пойдет. Копейщиком будучи. Это что, копия? Теперь это копия. Так, кони. Теперь, значит, вся Хоу Юан пойдет у нас. Бы и нет. Заодно немножко починим башню. Не зря ж мы ее строили. Так, офицеры. Калка у нас обычным мечником выйдет, потому что его основная тема это станет. Выпустим его в размере 5000 примерно. Так, кони. А, блин, наверное. Или нет. Давайте наймем. И пока закончим. Пока фейловый получился у нас крышход. Хотя бы они отвлекают нашу башню. Это хорошо. Так понимаю, стены здесь ломают. Так, ну что ж, приступаем. Цао-Цао у нас будет из строя Жань-Яна. Отлично. Копья, в свою очередь, без жалости наносит урон. Ну, кстати, конницы можем продолжить башню чинить. Она неплохо тут отвлекает внимание на себя. Как по мне. Так, давайте с конями выведем кого-нибудь еще с хорошим интеллектом. Тенгонь. Само собой, ему где-то 1000 дадим. Ну и... Просто копья.
пока он ничего не может, поэтому пускай сюда просто выдвинется. Так, офицера нет. Эквипмент. Давайте пики выводим какие-нибудь. Каорин, к примеру. Ты ж пики, да, в этот раз? О, богу. О, богу, ты в этот раз пика. Так. Кого мы еще можем вывести? Арбалеты, к слову. Слово говора. Арбалеты. Кеоксю. Так и так себе, но... Но главное, что она есть. Неплохо, кстати. Если станем не мы, то будут станить нас, да? Тоже вариант. Тоже вариант, на самом деле. Ух, кстати, башенка так как фигач наша. Башня нормально работает. Так, Жаньян встан. Траст. По идее, мы еще башенку повредим. Да, отлично. Тоже отлично. Тоже хорошо. Тут вертухай пускай будет у нас. В принципе, можем огненную атаку, давайте нам ее и сделаем. Так, еще выведем какую-нибудь конницу, раз у нас одна конница. Помощь. Так как у нас тут куча родни. Так. Так, еще одна конница. Тут у нас остался на конец Ксихаудун, тот самый. Самый Ксихаудун, который... Ксихаудун вышел из Ченли. Так, по стратегии мы не дотягиваемся до этого. Кстати, плохо. Кстати, башня нам в итоге мешается, что хорошо. Своего давайте тогда вернем рассудок. Здесь мы наймем, здесь мы поинспектируем оставшимися. Пока заканчиваем. Вот. Потому что, конечно, можно саму руководить, высылать отряды, это очень классно. Так, в этот раз никого станет не стали, ребята. Чем-то так вот мои постройки. Лишь любопытно. О, наконец-то другие враги еще подходят. Так, ладно, немного сместимся. Чтоб не следить за тем, что башня делает. Каждый ход. По чуть-чуть будем. Мне очень, конечно, нравится. Мне нравится, если вот эта вертушка. Я вот сейчас в романсе 11-м уже Power Up Kit версии думаю, на самом деле... Возможно, формировать армию чисто из пикейщиков, потому что, ну, блин. Если заходить просто вот так вот во вражеские отряды и использовать эту вертушку на сильных офицерах, то, мне кажется, это будет очень мощно. Мне видится и кажется это очень мощным. Ну, допустим, давайте отремонтируем, раз на то пошло. Тут же, к счастью, можем поставить Ченгоня. И вот ты отключайся. Это что у нас с едой? Еды, кстати, маловато, да. Только сейчас заметил. Еды, походу, нужно бы нам прикупить.
Да, уроны, конечно, тут дикие. Так, вражеский отряд сгорел, так что ли, понимаю, да? Уже пришел новый. Так, допустим. Сколько там тысячу башни этой? Я не понял. Охренеть. 100 лет будем уничтожать, походу. Конечно, помощь. Помощь, еще раз помощь. Это хорошо. Попробуем тебя запутать. Отлично. В общем, мы могли бы еще вывести. Так. Испепелить. Немножко, а что у нас осталось? Пикейщиков можно еще, на самом деле. К примеру, Диан Вэй. Может быть, он пикейщик сам по себе так себе, но хотя бы... Хотя бы у него атака крайне мощная. Что, по идее, у нас там осталось? Совсем ничего. Еще раз нет. Хоть немного еды поищем. Так, мы... А. Это я только Чингоня вроде бы сходил. Тут попробуем потушить. Отлично. Кеоксю, кстати. Давайте сюда, мне кажется, эти ребята поопаснее будут. Поэтому давайте тут. Твою мать, тут еще башни, причем 4, а это значит, что с ней будет тяжело. Очень тяжело. Плохо. Тут в болотах, конечно, кавалерии не получится рассчитывать. Это хорошее. Можно вообще кого-то? Тебя можно. Жукан, конечно, явно не гений. Его смутить даже может к Цаурен. Хотя... Офигеть. Работал на всех. Неплохо, надо сказать. По сути, башня без морали осталась, поэтому. Все, что остается, просто ее пинать по очереди. Так. У нас здесь нема бабла, поэтому давайте. В свою очередь, это бабло пытаться добывать. Блин, ну они возраст... Понятно, башня. Один отряд. Ах, я с этими-то еще пока вроде как и не разобрался. Мне-то, по сути, нужно... Мало то, что меня атакует, так мне еще нужно захватить. Это, конечно, считается легким, но тут есть свои... Такие моментики. Так, помощь от лучников, хорошо.
Смутим этого. А Чингонь смутит тебя. И в свою очередь мы уже будем тебя бесплатно попинывать по чуть-чуть. Так, лучники пускай сюда. Огонь! Все. А нет, тут еще помощь. Так, ну они горят, что вообще хорошо. Да как так-то? О! Вместо поиска талантов я нашел летучие мечи. Лишним не будет. А, кстати, деньги-то пришли. Можем что-то нанять. Башенка. Мы можем что-то нанять. Но у нас 20 тысяч, по сути, нам... Допустим, коней. Немножко людей. Немножко инспекции. С этого начнем. По чуть-чуть. Так, нас тут по традиции Липи пытаемся убить. Поэтому будем это делать. Так, вот тут раз, кстати, идеально заходит, так как, опять же, двое пострадает. Тут раз, да. Ну, плюс еще и помощь. Я постоянно тут помогает, ну, Саварен, конечно, молодца. Просто тупо помогает всем. Да, кстати, насчет сериала, то что... Вот Саут у нас оказался еще тем дамским угодником. Именно из-за него Дианвей погиб, типа. Он там совратил какую-то тетю какого-то своего генерала, ну или того, кто ему помогал. И тот человек напал на его лагерь, Дианвей как раз защищает Цао-Цао, отдал жизнь. Так что, конечно, Цао такой все у нас. Ну, в принципе, с другой стороны, конечно, что поделать. К несчастью... Баба, это еще та слабость. В виде красивой женщины многие просто не могут себя контролировать. А как? Выбирайте, парни, не могут себя контролировать при виде Чингоня. Кем я не мог не сходить? Тобой, видно. Так, а тактика вообще будет здесь, допустим, работать? Тогда давайте лучше вот здесь. Пускай у нас Ксихоудун с тактикой намного ускорит его работу. Так, последний раз выводит из себя Чингонь. Кудинчи! Так, враги там еще на подходе. Элкео также. Отца Урена у нас уже нету. Морали. Поэтому... Он же чисто без тактик сражается. Защитился. Нормально решил придумать. Так, немножко пододвинем наших врагов. Ну что, башня хотя бы добьет. В принципе, мне без разницы тут насчет захвата. Тут у меня чисто челлендж идет. Дела. Да так себе. На самом деле, если подумать, мы довольно долго тут застряли. Может быть, больше нужно людей выводить. Чингоня мы увидим, чтобы моральку ему приподнять. Слишком очевидно. Окей, у нас может. Так вот делать до сих пор. Потом пытаюсь хоть как-то продвинуть. Отлично.
Плюс тут немного тактик от пикейщиков. Не хочу пока огонь использовать, потому что это будет нас самих замедлять. Так, ну хотя бы помощь должна урон нанести, да, если луки не смогли. То те, кто помогали, вот они точно должны были смочь. Все идеально. У нас пока обычный порт, но все равно. Все равно от него будет куча проблем. Что у нас, кстати, 7000. Ну, в принципе, нам... Не думаю, что нужно что-то прям закупать. Копья у нас просто передвигаются. Пока все. Делаем вот так. Вводим тараны. Так, ребята, что у нас по осаде вообще? Лидиан, как минимум, у нас по осаде есть. Да, еду все забираем. Тут сейчас на оставшиеся деньги. Мы ее закупим. Так, очень больно, 109% скидка. Как сказать. 7. Ладно. 9. Так, Чингунь у нас для станов выходит все так же. В случае кавальером. Выдаем мы ему 1000. Мы видим, еды у нас вообще не хватает. Получается, опять возвращаемся к поискам. У нас здесь 2 тарана. Плохо было бы и второй, конечно, выявить. Так, может ли Као? Нет, не может. Значит, скорее всего, Као туда тоже уходит, и потом пересадим его на конницу. Значит. Проверяем так, 66%. Отлично. Так, тоже неплохо. Здесь можно четвермя, если есть такое слово, зажать. И... Ты двигаешься сюда. Так, Кэксю. Кэксю, ты у нас лук, поэтому ты идешь сюда. Настреляешь, полностью заблокировал урон, ну, полностью. А Лидиан уже вышел, ну все тогда чё? Да все максимально просто. Как активно, конечно, сопротивляется этот парень. Ну, у него эта тема срабатывает, потому что он типа вот в этом состоянии находится. Так, порт мы будем обходить, потому что он нас будет дамажить в ответку. Это для нас в этом никакой нет. Просто будем терять людей. Нам нужно ждать таран. Просто довольно медлителен, само собой. Так, и дальше искать, получается, деньги. Потому что нам нужно будет еще хотя бы один таран вывести. Ну и плюс Као-Као. Хотя Као-Као день принесет еду обратно. Ну, кстати, еда пришла. Хоть и зима, но еда пришла. Тогда новый таран. Кто у нас там? Кто-то остался наружу. Южин как раз. Южин как раз на 200 дней, все, круто. Просто будешь идти за своим... За своим старшим, скажем так, который первый. Шаймата вещь.
Деньги ищем лишними не будут. Так, что по поводу вот тебя, вот ты вообще пипец какой проблемный. Ну тут, наверное, попытаемся мы все-таки обычными войсками уничтожить, хотя конница будет довольно медленно. Тогда пока подождем остальных. Потому что здесь из-за этой херни и остальные очень медленно могут лишь подходить. Тарану. А, таран, кстати, доходит на этот ход. За два, я думаю, уничтожить. Огонь! Пли! Как там? Остальными тогда двигаться уже смысла точно нет. Уничтожаем, хуйлота, согласен. Понастроили, блин. Не пройти, не пернуть. Что-то хуйлота. И... слабенький, конечно, урон. Пиздюляторов наши получат... качественных. Так, ты уже бесполезен. Тут все бесполезны на самом деле. У Юан тоже какого-то прям дикого дамага к несчастью проблемы не нанесет. Ох, ладно, рискуем, наверное, блин, черт возьми. Да. Не будем смотреть, как нашим там сейчас звездюляторов надают. Так, офицеры, Кео с нами идет. Да пускай сужу тоже, почему бы и нет. Конница 6. 3. Осталось 80 дней, вообще нормальная тема. Само собой все. Потому что, а что еще? Как за тараном пойдете тоже. Оставшиеся у нас займутся... почти 5000 еды, в принципе, неплохо. Звучит, как минимум, неплохо. У нас, конечно, все отхватили. Может быть, ослабленная башня и поменьше бьет, на самом деле. Так, 24 тысячи увидит защитников, само собой, блин. Диапазоны... лучшее место, где, конечно, можно построить. Так, наверное, нужно будет пропустить таран, потому что... из-за вражеских построек наши там не смогут нормально обойти эту же башню, атаковать с многих сторон. А значит, нам нужно чисто с помощью тарана. Так, раз, два, три. У тебя дамаг сюда. То есть ты на 4 клетки двигаешься. Раз, три. Можно тогда подойти даже сюда. Может быть, чтобы враги просто сильно не среагировали. Или даже подождем другой таран. Другой таран. Он может уже, наверное, и сюда вступить. Ты сюда. Да, этот может уже сюда. Ну и, по сути, всеми остальными мы... просто чуть-чуть приблизимся. Ага, я понял вас. Херня, конечно, но ничего не поделаешь. Так, где, кстати, у нас лучники? Это что ли?
Может, еще кого-то на самом деле вывести? Что-то как-то мне уже становится боязно. В принципе, еще есть 3000 коней. Вот этот хороший вар остается. Жим. И все дела. Тут также опять еды закупаемся. Как раз 5к. Съесть. Ну, почти, кстати. Может, лучники добьют? Попробуем. Вообще тогда идеально. Чтобы все, проникаем на территорию врага. Разумеется, основными отрядами. Те, кто должны заниматься станами, они пока пускай за спиной ждут. Да. Так, Дианвей у нас должен на передовой сражаться по-любому. Кэо Хуэнь, кстати, тоже. Ну, этот на автомате пока будет у нас идти. Что и ожидалось. То, что нас толкают, не очень приятно. А причем вообще затолкали. Ой, бля. Молодцы, да, идеально. А почему так много? Сейчас придется мне Что ж вы охреневшие такие собаки чертовы. Так, давай Жаньян. Сяхоу Юан тоже кого-нибудь из строя. Хотя, блин, нафига из строя. Офигенно. Теперь тупо блочим друг друга. Может кто-нибудь? Нет, никто ничего не может. Понятно. Раны тогда опять уходят в небытие. В бытие приходят кавалеры. Так, я луки отвел. Молодец. А что я могу сделать? Вы ничего. Да, Цао-Цао там, походу, сейчас быстро уничтожит. С другой стороны, он, конечно, хотя бы отвлекает на себя внимание. Так, немного отдохни. Жоу-Канг тоже, надеюсь, скоро отдыхать пойдешь. Свинота гребаная. Пики это нечто, конечно, на самом деле. Мне кажется, я их сильно недооценивал раньше. Вообще хорошо. Гуньду тогда вообще уничтожаем отряд. Пока остальные ничего не могут делать. Так, тут по чуть-чуть лепи. Попинаем. Попинаем.
Та-т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 а. Жаньян. Хотя, блин, нужно его тоже застанить кем-нибудь. Зачем нам терять людей? А, засада это типа мы... Кстати, у нас тут оказывается. Ну давно, ребята, да. Чё, как бы и удивляться, давно уже некоторые тут у нас войска бегают. Забавно, в лесу, то бишь эмбуш, это вообще засада за бесплатно. Почему не сработало, я не понял. Ну, почему-то не сработало. А тут сработало почему-то тоже. Почему-то сработало почему-то. Кем я еще не хожу-то? Кем? Акси Хоудуном. Вот тут. Т7 вообще пока пофиг. А, ну давайте тех, кто пожирнее еще пока. О, норм, помощь. Лепи тоже скоро, кстати, откиснет. Новый сезон, кстати, плохо, потому что это им денег привносят. Да, очень трудно на самом деле. Мне говорили про некую легкость, но что-то... Настолько идеально ребята дефаются, что на самом деле это сложно по итогу получается. Лобовую. Тут же помощь хорошо. Кэурен всем просто помогает. Всей семье. Я уничтожил, надеюсь. Блин, гребаная смс-ка. Да успокойся, ты успокойся. Охренеть. Успокойся. Дай почитать мне эту херню. А, это опять банк. Хоть кто-то в этой жизни меня 100% любит. Это банк. Никогда не забывает о моем существовании. Такс. Кем мы не походили? Давайтесь. А, чем гоним? Ну... Нам бы место для таранов вообще-то освободить. Так вот, к примеру. На самом деле времени у нас очень мало остается на захват. Даже не знаю, получится ли. Наверное, войсками буду пробовать убивать, потому что огонь, думаю, не так будет эффективен. Как просто дамажить. С этой стороны. Он же Цао-Цао, пацан. Постоянно это, конечно, путает тема. Так, Чингонь, кавалер. О, 5000. Ой, 5000 должно неплохо дамажить эту тему. Как ни крути.
Так, ну что поделаешь. Кстати, да, местность такая, что войскам вообще передвигаться максимально удобно. И долго они переходят все это дело. Так, луки, луки, луки. Луки, кстати, должны уже. Хоть какой-то огонь будет, надеюсь. Да. Значит, что и ответки не будет. Тоже хорошо. Да, еда это печалька. Дай какой-нибудь двойной удар, или не знаю, какой-нибудь усиленный. Так, защита приосела, защита приосела, это хорошо. Очень хорошо. А, ну в принципе все. Защита не просто приосела, ее по сути уже и нет. Или это серьезно не все? Шутите. Чего это было? Тоже бредятина. Ну, ладно. Видимо, что-то не то нажал каким-то образом. Куда-нибудь захватим. Так, все, желтые тюрьманы закончились на этом. Я так понимаю, Као-Као как раз... У Цао-Цао как раз действительно их, видимо, завоевал в истории. И передал большую работу по захвату Пуянь. Я благодарен тебе. Я слышал, Баокин пал в битве. Что? Ох, Баокин. Лорд, простите меня за Баокина. Но тут все теперь не сделают Баокина счастливым. Наша армия приобрела силу в этой битве и успешно разбила жертву тюрбанов. Теперь мы неожиданно двинемся на захват центрального плато. Правый сир, наша армия лучше остальных. Никто не станет у меня на пути захвата всего Китая. Конец тюрбанам, конец состязаниям. Это было мощно. Выбрать сценарий вызова, один дополнительный офицер теперь доступен. Добавленности. Давайте сохранимся. По идее, я сохранился из-за Гуан Юя. Почему-то это нет. Не записалось почему-то. А тут галочка есть. Ну там тоже галочка была. Побег из Май. Ну его в жопу, чтоб я хоть раз еще это проходил, конечно. Так, попробую перезапустить. Мне просто интересный эмулятор. Он как бы запомнит все-таки это. Любопытно, что за офицер, конечно, доступен. Может быть, иконка имеется для создания офицера. Или какие-то прям секретные. Ну, в принципе, на этом, друзья, думаю, нет смысла тянуть. Поэтому всем спасибо за просмотр. Можете поставить лайк, написать комментарий, это поможет. Не знаю в чем, но в чем-то это мне должно точно помочь. И вы должны помнить, что будет день. И мы с вами, ты и я и ты, на этом месте завтра, ровно в... Какое-то время обязательно с тобой должны увидеться. Всем пока-пока.